Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Asus ROG Phone 5S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе изменить скорость тайм-аута экрана. Для этого мы заходим в настройки нашего телефона и выбираем здесь пункт «Экран». В пункте «Экран» мы видим спящий режим и выбираем время. К примеру, я люблю побольше время выбирать. И на этом все. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.